25 октября в Музее истории Казанского федерального университета состоялась лекция «Революции в Казани 1917», приуроченная к столетию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. Он рассказал о Казани в 1917 году и тех революционных событиях, которые здесь происходили. Он отметил особенность Казани, большое наличие военных, их роль в этих событиях. Также перед слушателями, студентами института представили воочию те места революционной Казани, активно в ней задействованы. Революционные дни октября 1917 года потрясли весь мир. И в то же время они стали отправной точкой новой эпохи в истории человечества. Этот момент истории не смог не коснуться и Казани, а также Казанского императорского университета. Подавляющая часть профессуры, конечно же, разделяла взгляды кадетов. И не случайно именно ядро кадетской организации Казанской губернии Казани города была сосредоточена в Казани. Вот они, безусловно, приветствовали февральскую революцию без вопросов, вот, но у них была своя повестка, то есть связанная с доведением войны до победного конца. Почти три десятка лет прошло после распада СССР. Однако вопрос о построении общества социальной справедливости отнюдь не потерял актуальности. Анна Рина Ганиева, Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.